Ассаляму алейкум! Сегодня мы с вами приготовим венский штрудель. Для этого нам понадобится мука, растительное масло, кипяток, вишня, яблоки и сухари. Начнем с теста. Для этого мы смешаем масло и воду. И добавляем все это в муку. Насыпаем щепотку соли и замешиваем наше тесто. После того, как мы замесили тесто, отставляем его в сторону на полчаса и приступаем к нашей начинке. Приступаем к начинке. Для этого мы с вами нарежем очищенные яблоки. Для того, чтобы наше тесто не промокало, нам понадобятся сухари. Теперь смешиваем яблоки, вишню, сухари и сахар. Теперь раскатываем наше тесто. Тесто должно быть очень тоненьким, не более 1 мм. Выкладываем нашу начинку поверх нашего теста и начинаем заворачивать. Отправляем наш штрудель в духовку на 40 минут. Наш ароматный штрудель готов!